В Ломоносове в рамках адресной инвестиционной программы завершилось строительство первых 5 домов жилого комплекса на пересечении Астрономической и Ульяновской улиц. Экспертиза по вводу здания в эксплуатацию будет готова к 1 июля. В 2017 году застройка юго-востока Ломоносова вдоль Астрономической продолжится. На эти цели город уже выделил дополнительные 400 миллионов рублей. Еще 24 миллиона пойдут на прокладку инженерных сетей и организацию подъездов к домам. По плану, кроме жилых квартир, в одном из зданий появится кабинет врача общей практики. Еще один социальный объект – детская школа искусств на Ораниенбаумском проспекте, строительство которой длится с начала 2014 года, во второй раз лишился застройщика. Окончание строительства снова переносится. Конкурсная процедура на завершение работ по строительству объектов с завершением в 2017 году. Надо отметить, что средства на строительство объектов, предусмотренные программой на 2016-2017 год в полном объеме, в том числе на текущий год 150 миллионов, и на 2017 год это основная доля средств. Порядка 460 миллионов. Поддержку правительства получила идея создания станции скорой медицинской помощи в Южном Петергофе. Эта часть города отделена от Николаевской поликлиники железнодорожными путями, что значительно увеличивает время прибытия на вызов. Станцию на 10 бригад планируется открыть на Чичеринской улице 8. Проектирование объекта включено в адресную инвестиционную программу на 2016-2017 год. На эти цели в проект бюджета Петербурга заложено около 11 миллионов.